Очередной фасадопад. Собственник здания, где вчера вечером обрушился фасад, приступил к ликвидации аварийных элементов карниза. На этот раз о себе напомнил трехэтажный дом на углу Дерибасовской и Екатерининской. Обломки рухнули на тротуар. Инцидент произошел 12 апреля около 10 вечера. Куски конструкции отвалились с последнего этажа. К счастью, никто не пострадал, в том числе и припаркованные рядом автомобили. В пресс-службе ЖКХ Одессы сообщили, что здание не жилое. В нем проводятся ремонтные работы. Небезопасную часть фасада оградили лентой. На месте орудует спецтехника и рабочие. Ситуация находится под контролем Одесского городского департамента хозяйства. Когда именно будут ликвидированы последствия обрушения, пока неизвестно. Татьяна Бурумбей, Владимир Евжись, телеканал «Репортер».